Доброе утро. Вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Это день вместе с вами встречаем и Степан Арефьев, Марина Гесс, программа «Наше утро». И сегодня у нас день утепления. Да, ну а вот чтобы было тепло по ночам, то надо, конечно же, приобрести теплое постельное белье. Конечно, а вот как лучше его выбрать, расскажет наш гость в студии. И у нас в студии Наталья Махмутова, руководитель розничной сети торгового дома «Формула Мод». Доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите, что у вас есть в ассортименте? Мы уже со Степаном собрались утепляться. Мы выпускаем сами одеяло, подушки, пледы, покрывала и также отшиваем постельное белье. География продаж наших очень большая. От Калининграда до Владивостока любят нашу продукцию. У нас клиенты очень довольны качеством. Вот это все наше, Южноуральское? Это все наше. Это, все это наше собственное производство. Как все-таки выбрать правильно одеяло? Вот, и меня просто всегда интересовал вопрос, чем толще, тем теплее или нет? Смотрите, мы, допустим, одеяло выпускаем в двух вариантах. Версия Light – это легкое одеяло, которое идет наполнение 200 граммов на квадратный метр. Но вот это какое одеяло? Это версия Light, но, тем не менее, вы под ним не замерзнете. Так, версия Light, смотрите, здесь все, есть замочек. Марина, как хозяйка, сразу да. что-то нет, мне просто интересно. Смотрите, почему здесь замочек? Смотрите, да, мы не обманываем своих покупателей. Вы можете прийти к нам в наш магазин фирменный, раскрыть любое одеяло, посмотреть внутри наполнение. Это да. что? Вот это одеяло из верблюжьей шерсти. Это верблюжья. И это наполнение верблюжья шерсть. Угу. Мы не прячем от клиентов то, что все они видно, покупают. Да. Все да, видно, все честно. А да. вот одеяло, которое под номером 2 здесь писано? Одеяло под номером 2 – это одеяло из бамбукового волокна. Точно так же в нем есть молния. Вы можете открыть и посмотреть наполнение. А что теплее? Верблюжья шерсть, бамбуковое полотно, синтепон? Что выбрать? Шерстяное одеяло или все-таки нет? Вы знаете, теплое одеяло в принципе все. Версия Light легенькая, версия Максима еще выпускаем. Это более утепленное одеяло. Надо смотреть процентовку наполнителя, который непосредственно внутри одеяла. Мы честно пишем о проценте натуральных волокон, которые заложили в одеяло, плюс силиконизированное волокно, которое добавляется для того, чтобы натуральное волокно не сбивалось комочек, и чтобы ровненько пушистое одеяло у вас оставалось всегда. То есть все время присутствует описание одеяла. И вы увидите, если, допустим, 80% верблюжьей шерсти, то, понятно, это вот максимальное наполнение будет натуральным тепло. Волокном, и будет тепло. Да. И есть варианты более легкие, где 30% присутствует волокна. Да. А что касаемо подушек, подушки. У нас есть линия ортопедических подушек, которые заполнены умной пеной, которая запоминает ваше положение головы. Соответственно, очень удобно, очень комфортно. Держит позвоночник, у вас не будет сколиоза, у вас будет ровная красивая спинка. Подушки у нас тоже выпускается очень большая коллекция. Мы вообще приверженцы коллекции. То есть, если есть коллекция бамбуковых одеялок, то к нему есть и коллекция бамбуковых подушек. Чтобы все было одинаково. Да, чтобы было все одинаково. У нас есть очень хорошее преимущество в наших бамбуковых подушках. И не только в них. Также есть коллекция верблюжья. Смотрите, у нас есть двойной чехол. Многие хозяйки спрашивают, как мне постирать подушку. Чехол снял? Я уже как не хозяйка, снял. Ну да. Да, это все логично. Очень удобно. Это очень и очень удобно. Ну что ж, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, очень мало времени. Да, Наталья Владимировна, я понимаю, что об одеялах, подушках вы можете говорить бесконечно. Да, но я хотела бы добавить о том, что наша компания сейчас открывает розничную сеть. Мы уже открыли 2 фирменных магазина. Первый магазин у нас это в торговом комплексе КС по улице Черкасская, 15. Второй фирменный магазин – это Университетская набережная, 32. Мы каждый день ждем челябинцев, гостей нашего города за нашей фирменной продукцией. Мы готовы обслужить, показать, все рассказать и всех утеплить. Спасибо. Друзья, утепляемся. У нас сегодня день утепления. В гостях у нас была Наталья Махмутова, руководитель розничной сети торгового дома «Формула Мод». Да, ну а прямо сейчас давайте узнаем, что же делать, если замерзаешь на улице. Советы дают, между прочим, челябинцы.